В интернете я наткнулся на такой лайфхак, посвященный автолюбителям, а смысл его в том, чтобы придать резине новизну, сделать ее такой черной, как она была когда-то на прилавке в магазине. Всем привет, с вами Валдис, и мы начинаем! И для данного эксперимента нам потребуется... Нет, вы не угадали, не специальный чернитель для колес, который стоит в районе 200 рублей. А понадобится нам, собственно говоря, Кока-Кола. Что же с тобой только не делали? Бедная ты наша Кока-Кола. Тебя и поджигали, и ментос в тебя кидали, и варили, и кипятили. Сейчас еще и колеса будем протирать. Крем-краска, лимонная кислота. Ну и глицерин, который можно купить в аптеке. Ну и, конечно же, губка. И первое, что мы сделаем, мы помоем наши колеса. Для этого у нас есть вот такое ведро. Это автомобильное, оно водонепроницаемое, сделано из, не знаю, брезента или что-то типа того. Ну и щетка, чтобы очистить всю грязь. Вот. Затем нам нужно подождать, чтобы колеса высохли. Ну и я думаю, что я не буду утомлять вас этой процедурой, поэтому мы перейдем сразу к делу. Ну блин, только речная вода, аж другой нету, я думаю, это же не играет никакую роль. Для вас это секунда, а я вот сейчас буду намывать. Ну и первый, кому я меньше всего доверяю, это лимонная кислота. У меня их... Ее 3 пакетика по 10 грамм. Все 3 я их отправлю вот в эту бутылку с водой. Разбавлю, сделаю раствор. И этим раствором я буду протирать колеса. Вот такой раствор у нас получился. То есть я растворил здесь все эти, сколько там, 10 грамм. 30 грамм кислоты, и сейчас вот этим раствором буду протирать свою резину. За мной. Можно, я думаю, прям не жалею, потому что мне она больше не понадобится. Все-таки интересно, правда это или нет. Ну вот как-то так, и ждем, пока это все высохнет. А пока высыхает, мы перейдем ко второму колесу и нанесем на него крем-краску для обуви. Поехали. Вот такая красочка у нас. Конечно, я ей доверяю чуть больше, но я не думаю, что она долго будет служить. Кстати, она дешевая, стоит что-то рублей 55, по-моему. Вот. Ну а кислота, так она вообще там по 7 рублей. Следующая на очереди у нас Кока-Кола. Ну и таким же макаром, как с кислотой, мы наносим Кока-Колу на колесо. Я даже думаю, что можно даже на тормоза, может, ее полить, они хоть... Ржаветь не будут. О! Саморез в колесе. Заснимем. О! Кстати, чтобы доказать, что это кола. Кола. Вот такой пузыречек глицерина на целое колесо. Делаем то же самое, только здесь уже экономим, потому что его мало. Наверное, лучше делать вот так вот. Но мне кажется, глицерин и краска для обуви лучше всего подойдут для такой процедуры. Конечно, жалко, что я сам чернитель для колес не взял, потому что было бы тогда еще более понятней, что из них на самом деле помогает. Все, ждем, пока все высохнет, и поедем тестировать. Так,
Первое колесо мы наносили лимонную кислоту, и надо отдать должное, что она работает. Но неизвестно, что может произойти вообще с моими тормозами, потому что это какая-никакая, но кислота. Но резина черная. Это колесо мы мазали крем-краской. Ну, тут даже нечего сказать, я этого и ждал, и думал, что так оно и будет. Ну да ладно. Посмотрим, как она будет после того, как мы проедем несколько километров. Кока-кола. Обычная классическая кока-кола. Колесо тоже черное. Но я думаю, что это из-за сахара больше. И после того, как я нанес, туда налипло вот всякие вот пух, там грязь. То есть налетит, я думаю, пыли будет много на нем. Ну и последнее, четвертое колесо, на него мы нанесли аптечный глицерин, который стоит 90 рублей. Вот. Но выглядит он как масло подсолнечное. Вот если бы как будто масло нанесли на колесо и все. То есть неизвестно, он когда впитается и вообще как себя будет вести. Так что, ну, в принципе, тоже работает, но еще не высох, не впитался. Я не знаю, сколько ждать. Вот. Так что такой результат. Вот мы съездили в соседний город, и вот такой результат получили, то, что здесь проехали по грязи. Вот, и в принципе, они почему-то все себя достойно показали, и что заднее, что переднее. Вот, вот в глицерине оно самое черное получилось. Вот, ну, пойдем посмотрим колу и кислоту. Смотрите, значит, кислота, она немножечко уже приходит в свой цвет, в пыльный. Мы ездили по пыли, вот, и такой вот, но она уже тусклая. Здесь, ну, крем-краска, она, ну, тоже как и кислота. Самые черные колеса получаются это от кока-колы и от глицерина аптечного. Я не знаю, как так и... Ну, не знаю, ну, чернее всего глицерин. Чернее всего это глицерин. Так что делайте выводы сами. Можно купить за 250 рублей специальный чернитель, а можно промазать глицерином за 90. Вот такой вот был эксперимент. С вами был Валдис, вы были на канале Валдис Лайф. Всем пока! You can be my...